Ремонт Ивановского цирка начнется уже в этом году. Какую часть средств может выделить Ивановский бюджет, обсуждали в Рио губернаторы региона Павел Коньков и директор Росгосцирка Вадим Гаглоев. На восстановительные работы требуется 300 миллионов рублей. На встрече было решено рассмотреть возможность разделить расходы в пропорции 50 на 50. Бюджет этого года уже сформирован, поэтому решение о выделении средств будет принято с учетом мнения общественности. Речь идет о 2014-2015 годе. Вот. В ближайшие разумные сроки, там, ну, месяц-полтора, мы должны определить, то ли мы возьмем и будем пытаться полностью сделать ремонт в текущем году, документации уже в мае по информации Росгосцирка должна быть готова, то ли с учетом возможности нашего бюджета мы уйдем в завершение в будущем году. Ремонт нужен капитальный. Вадим Гаглоев убедился в этом, впервые побывав в Ивановском цирке. Вентиляция не работает, штукатурка осыпается, система отопления существует лишь чудом. После подготовки проектной документации в течение июня будет проведена экспертиза. Затем состоится конкурсная процедура выбора подрядчика. Промедление, отметил Вадим Гаглоев, равносильно гибели здания. Если не сможет поучаствовать, ну что ж, справимся своими силами, постараемся справиться, потому что, ну, другого пути нет. Вы сами видите, что здесь тянуть уже дальше некуда. Здесь уже нужно принимать экстренные меры, хирургические, я бы даже сказал. Планируется провести в цирке ремонт дренажной системы, крыши, фасада здания, зрительного зала, фойе, служебных помещений. Хозяйство, ну, в запущенном состоянии, требует масштабного капитального ремонта, обновления, модернизации, требует и зрительный зал, и сам манеж, и вся инженерия, и стенки, и помещения для животных, так что... Будет у Ивановского цирка и новый директор. Прежний Александр Шатиров по официальной версии написал заявление по собственному желанию. Ждать нового управленца придется недолго. Вадим Гаглоев намекнул, что стать директором цирка с равной долей вероятности может кто-то из прежних сотрудников или варяг из Росгосцирка. Будущий руководитель должен быть одновременно хозяйственником, психологом, специалистом по пиару и кризис-менеджером. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.